Говорят, во Вселенной 250 миллиардов галактик. Дудки, их гораздо, гораздо больше. У каждой третьей звезды в этих галактиках есть планеты. У каждой сотой звезды есть планета размером с Землю. У каждой тысячной есть планета размером с Землю в пределах обитаемости. Цифры, конечно, могут разниться от статьи к статье. Нам важен порядок величины. Пока не ясно, у какого количества землеподобных планет могла развиться жизнь, и у какого количества эта жизнь приобрела сложные формы, а потом стала разумной, а потом перестала, наконец, убивать себе подобных и заинтересовалась своей галактикой, а потом и местной группой, а потом и более серьезным, глубоким космосом. Все это пока неизвестно. Это ли не цель для молодых рьяных исследователей?